К другим темам. В это воскресенье во всем мире отметят День Белой Трости. Эта дата была утверждена для того, чтобы привлечь внимание общества к проблемам незрячих людей. В преддверии праздника Общественная палата округа и местное отделение опоры России организовали акцию в поддержку жителей нашего округа, имеющих ограничения по здоровью. Ее первыми участниками стала семейная пара Алексей и Тамара Макаровы. В 70-м меня от Октябрьской железной дороги направили в Ленинград в техническую школу. Во время этой учебы я познакомился с Тамарой Петровной. В 71-м году расписались, и вот уже 52 года живем вместе. Мытищинцы внесли большой вклад в активную общественную деятельность, улучшение качества жизни инвалидов и развитие Всероссийского общества слепых. В канун Дня Белой Трости им преподнесли подарок – путевку в частный медицинский реабилитационный центр. Там они в течение 10 дней будут поправлять свое здоровье. На месте их ожидает полный спектр врачей. Это и терапевты, и психологи, и специалисты по питанию. Будет полностью налажен весь режим дня, включено в размещение также и пятиразовое питание, полностью медицинское сопровождение. Поэтому там уже врачи на местах будут решать, что конкретно потребуется гостям центра. Эта добрая акция будет продолжаться и дальше. В будущем пройти лечение в этом центре смогут и другие жители округа с ограниченными возможностями здоровья. Эти бюджетные места мы предоставляем в начале каждого месяца для людей, которым наиболее необходима медицинская помощь. Международный день Белой Трости – это не только праздник, рассказывающий о трудностях, с которыми сталкиваются слепые и слабовидящие. Это еще и призыв к обществу понять таких людей и, может быть, внести свой добрый вклад в их нелегкую жизнь.